Видео про то, как я замеряю растяжение цепи. Когда купила новую цепь, я повесил ее на такой гвоздик. Поставил риску, когда она была новая. Вот такая вот. Измерил всю длину цепи, прибавил к ней 0,05% и поставил. И поставил вторую риску. И теперь, когда я снимаю цепь, вешаю ее сюда. Она у меня здесь хранится. А на второй езжу. И тут прекрасно видно, сколько еще осталось до растяжения цепи.